Всем привет, с вами Димон, вы на канале Всегда. Сегодня мы с вами распакуем еще один спорный смартфон компании Xiaomi. Xiaomi Redmi 6. Смартфон, который получил двойную основную камеру, у которого процессор от компании MediaTek Helio P22 с графикой PowerVR. В общем, друзья, давайте посмотрим на данное чудо, потому что именно сейчас данный смартфон в глобальной версии 3.32 продают за $150. Китайцы, вы сдурели продавать такой смартфон за $150? В общем, не знаю. Ладно, друзья, давайте распакуем. Конечно же, сделаем предварительное сравнение с Xiaomi Redmi 5, Redmi 5A и Redmi 6A. Так что, поехали! Характеристики данного смартфона, конечно же, вы все прекрасно знаете. Это компактный смартфон, который получил дисплей 5,45 дюйма и HD плюс разрешение. Да, у нас здесь есть сканер отпечатков пальцев, есть двойная основная камера. Как же без нее? Итак, друзья, давайте откроем, посмотрим. У меня китайская версия, но в продаже уже сейчас есть международная, глобальная. Итак, открываем все это чудо чудовищное. Итак, у нас есть переходник, есть, ух ты, пленочка, спасибо. И смартфончик, который полностью запечатан, коробка очень маленькая, тонкая. И ты сразу понимаешь, что, блин, за дешман приехал. Да, вот такой вот дешманчик, ёханый бабай. Дисплей, конечно, уже у нас все тут указано, друзья. Камера 12 плюс 5 мегапикселей. И она здесь, по сути, в точности такая, как на Xiaomi Redmi S2. В целом, неплохая. Да, процессор, который выполнен по нормам 12-го техпроцессора. Ну, вау, просто конфетка, но... Это процессор от компании MediaTek. 3 гигабайта оперативной, 32 встроенной. Давайте аккуратно вскроем эту коробку и посмотрим на это китайское чудо. Вы все прекрасно, наверное, знаете, что компания Xiaomi просто так такой бы смартфон явно не выпустила. То есть компания MediaTek занесла бабосика, 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 побольше бабосиков. Итак, открывается чудовище. Redmi 6, все его преимущества, вау, AI, там искусственный интеллект, ё-моё! Давайте сделаем вот так вот все просто и обычно. Зарядочка дешманская, маленькая, охренеть, просто охренеть. 5 вольт, 1 ампер, 1 ампер, друзья, я в шоке, потому что к Redmi 5 идет 5 вольт, 2 ампера. К Redmi 6A... К гребаному бюджетнику тоже идет такой же блочок 5 вольт 1 ампер. Это смешно, это очень смешно. Да, компания Xiaomi, я в шоке. И микро USB, ё-моё. Так, вы готовы? Двойная камера, полностью пластиковый корпус. Полностью пластиковый корпус. Это просто булшит какой-то самый настоящий. Ой, мультимедийный динамик. И сзади, пожалуйста, дешман еще раз. Пластик дешевый, кнопки не болтаются. Сборка в целом хорошая, но $150 и у нас полностью пластиковый смартфон. Да, есть сканер отпечатка пальцев, спасибо, окей. Короче говоря, по дизайну это стандартный Redmi 6A, вообще без изменений. 2.5D эффекта по краям, конечно же, друзья, нет. Так, это хорошо, то есть можно наклеить нормальное защитное стекло. Давайте посмотрим. Два брата-акробата, причем полностью два брата-акробата, только вспышку перенесли и камеру добавили. Кнопки, все то же самое, друзья. Дисплей, все то же самое. Даже рамки такие. Хотел сказать, что рамки поменьше, но нет, они в точности такие же. Фронтальная камера, все у нас одинаково. Вот так вот, друзья. Ой, Redmi 5A, да, тоже очень все похоже, друзья. Хотя здесь обычный дисплей 5-дюймовый, ну да. И Redmi 5. Вот скажите мне, пожалуйста, где здесь крутое обновление? Redmi 5, красивый, тонкий, элегантный, офигенный, мощный смартфон с адекватными камерами, скажем так, с хорошей автономностью. И Redmi 6. Пластиковый смартфон. Толстенький смартфон с процессором от компании MediaTek. Ну, блин, китайцы, вы меня удивляете полностью. Вы посмотрите на эти огромнейшие рамки. Давайте сравним Redmi 5 и Redmi 6A. Да, многие скажут, блин, Redmi 6 компактный смартфон. Ну, блин, друзья, ну вы тут выиграете буквально чуть-чуть. Но смартфон
явно не тянет название хорошего обновления по сравнению с Redmi 5. Ладно, давайте настроим это чудо и продолжим. Ну что ж, настроил я смартфон, и давайте же сразу сделаем сравнение с Xiaomi Redmi 5. И знаете, на Redmi 5 дисплей ярче и картинка более вкусная, как по мне. Итак, давайте посмотрим на белый цвет, потому что здесь все очень интересно. Вот он, белый цвет, да. Вам сейчас все очень прекрасно видно, потому что Redmi 5 и ярче, и белый цвет здесь, ну, хотя бы чуть более естественный, чем на Redmi 6, потому что он здесь какой-то желтит, непонятно что делает. В общем, друзья, вы сами все прекрасно видите. Давайте яркость сделаем чуть пониже, давайте вот так вот наполовинку. Так, звучание, ну что ж, мультимедийный динамик у нас сзади, хорошо, хорошо, давайте послушаем. Итак, вы готовы, Redmi 6? Redmi 5. Еще раз Redmi 6. Ну что, качество у них плюс-минус одинаковое, а вот громкость выше на Redmi 5, друзья. Итак, сканер отпечатков пальцев у нас здесь есть, конечно же. Работает молниеносно, в принципе, как и на всех Redmi'ках, да и вообще на всех смартфонах от компании Xiaomi. Ну что ж, друзья, если подвести итоги данной распаковки, то я могу сказать, что Redmi 6 не вызывает вообще никаких эмоций. Вообще. Это пластиковый компактный смартфон, который выглядит очень дешево, а стоит нифига не дешево. С камерами явно тут все понятно, потому что они такие же, как в Redmi S2. Да, хорошие, да, адекватные, но, блин, этот смартфон, во-первых, стоит дороже. Здесь процессор от компании MediaTek, а многие же скажут: Димон, ты что, здесь крутой процессор, потому что 12 нанометров, охрененная будет автономность. И знаете, я бы сказал, да, скорее всего, так оно и будет, но ни хрена подобного, потому что у меня есть Redmi 6A, который имеет процессор A22. Это, по сути, то же самое, что P22, только здесь 4 ядра, а здесь будет 8. И знаете, два этих процессора выполнены по нормам 12 этих процессоров. Как бы круто, охрененно, просто все, бомба, а не автономность должна быть. Но на деле ни хрена, вообще ни хрена подобного нет, потому что это процессор от компании MediaTek. И какой бы там техпроцессор ни был, все равно все запортачат полностью, друзья. Поэтому Redmi 6 вызывает только непонятные впечатления. И я прекрасно понимаю, что компания MediaTek занесла дохренище бабла компании Xiaomi, чтобы она выпустила хотя бы что-нибудь на их процессорах. Поэтому, если честно, даже сейчас в распаковке я вам не рекомендую покупать Redmi 6, да, как бы это банально не звучало, потому что 150 баксов, кому он нахрен надо, если за 155 уже можно купить Xiaomi Redmi Note 5, Redmi Note 5, который не то что на голову выше, он в 2-3 раза лучше, чем это чудо. Если у вас небольшой бюджет, то, ё-моё, есть Redmi 5. Redmi 5, $115, $120, это конфетка, а это какой-то уродец получается. В общем, друзья, конечно же, я сделаю полноценное сравнение двух этих смартфонов, Redmi 6 и Redmi 5. Понятное дело, я сделаю полноценный обзор и даже, возможно, опыт использования Xiaomi Redmi 6. Но даже сейчас, в распаковке, за $150 данное чудо вам вообще не надо. Вот реально такая хорошая стоимость данного смартфона, версия 32. 110-115 баксов это потолок. За 150 вы что, издеваетесь? Поэтому, друзья, ждите полноценного обзора и сравнения с Xiaomi Redmi 5. В общем, друзья, ссылочки будут в описании. Ну а с вами был Димон, канал Все Китай. Всем удачи, всем пока!